по идее, с потенциальным 9-10 местом, да, заняли 5-6. Очень хорошо. Да, да. Очень я хорошо. Надеюсь, ты в первом не будешь меня в этом в левом. Буду. Втором левом атаковать. Не, ну мы проедем его нормально. Нет, в левом. В левом не буду точно. Я думаю, на старте я тебя не буду атаковать. Хотя ты будешь слева ехать. А, подожди, ты. А, ты внутри будешь. Да. А я снаружи. Ну да, тогда я чуть приотпущу тебя. Хотя, так или иначе, мне кажется, ты уедешь чуть вперед. Ну, посмотрим там еще как впереди. Главное, мне в жопу, я тебя прошу, не приедете. Потому что вот это, ну, как бы, я торможу иногда чуть пораньше. Угу. И чуть поаккуратнее, чтобы шины сохранить. Угу. Ну, потому что... Я в седьмой. Ну, там пиздец, конечно, плотность. Ну да, меня смущает Саша Горле, Скотт Херон и Даниэль Кюэ, которые, собственно говоря, очень близки к нам. У меня такое ощущение, что первый уедет. Да когда Кюэ какой, блядь, Даниэль Кюэ. Они 0-0-0-4, блядь, привезли нам. Мне кажется, они поедут, блядь. Но, кстати, они могут убраться. Ты посмотри, они вообще в одни время. Ты вообще посмотри, что... Ты посмотри первые четыре машины, что там. А что там? Они в 150 тысячных, первые четыре машины. Там нету, ну... А, да-да-да. У меня такое ощущение, что они сейчас будут, если зарубаться, мы можем сидеть у них на хвосте, и главное, чтобы не попасть под раздачу. Меня смущает Майкл Шоу, четвертый, который, по идее, должен был быть, и Луис Барби, шестой, который... А, Майкл Шоу просто не показал времени. Да. Он, у него какие-то проблемы, но он не прорвется. Блять, с этого там 17-16 места... Главное, чтобы впереди не разложились, главное, чтобы эти. Да, да. Ну, Майкл, блядь, не прорвет. Ну, прям он только, ну, не объедет, это надо, блядь, ну. Понятно, что, скорее всего, если он с четвертым рейтингом, он просто... Ну, или проблемы с интернетом, или что-то у него было. Давай, вставай на стартовую решетку. Давай дальше. Александр Григоровский с нами едет, слышь, русский. Удачи всем. Ага. Чаёчек. Ну ладно. Так, я пробалансирую наушник. Я мы с Геном, если что. Если я там мисс шифт, ну или что, я тебя пропущу тогда, но я тебе скажу, что езжай. Ну, главное, чтобы я не был в этот момент сзади тебя. С этим Брайсом, кстати, мы ехали. Я ехал. А я... Да, вот ты этого Брайса и проехал. Да нет, нет, он слева от тебя и не полезет. One minute 32.338.
тоже, видимо, столкновения какие-то. О, блин, у тебя опасно, а? Просто выбегал. Ладно. Логин. Интернет. Скорость, зараза. Или пинг. Так, там сзади подостали, чуваки. Да. Nice save, вот. Ух. Вообще хорошо бы вот так доехать, блядь, спокойно. Угу. Не нахватать, что, блядь, вот это мне очень важно. Соня! Да. Не шип, сори. Но мне некуда было деваться. Угу. Блин, у меня лаги. Там приближаются к нам. Да, я ускорю. Да я вижу, не шипнул, блядь. Езжай вперед. Вперед! Давай. Что-то передняя резина, блядь, подошла. Ну, Саня, надо немножко подускориться, О, блядь, там ты подъехал. О, как я тут нестабильно. Блядь! Да что же у меня постоянно, блядь? Не нервничай. Да я, блядь, пытаюсь. Саня, закрой внутреннюю.
Отлично. Отлично мы сделали вообще. Ты не дал ему, соответственно, в левую уйти, а я не дал ему в правую уйти. Я чуть пораньше тормозить. Ну давай, давай. Блин, Саня, ты очень как медленно проходишь первый поворот. Ну, блядь, да, я... Блять, опять мужик. Что же, блять, у меня с этим поворотом творить? Хватит, осторожно, возвращаемся. Вижу. Отлично мы прошли, а? I can believe, что да. Да, это Эллиот, который там один из участников. Ну понятно, что ты написал, скорее всего. Репорт. О, Будинский подотстал, а. Тут затрахал уже, блин, греть мне жопу. Последний круг. Лаги. Там спереди народ. Блять! Что такое это, да? Фу. Чуть не заспинился. Блять. Блин, думал... прогрел жопу на самом деле. И это плохо. Да, вот здесь второй. Еще напылили, блядь. Че ты делаешь-то? What are you doing, man? Чё там у тебя? Да он мне в жопу въехал, короче, и выгнал меня с трассы. Первые вообще, блядь, с Кувайдом едут, блядь, я к ним подъехал. Они, блядь, всю трассу едут с Кувайдом. Я вижу, вижу. Elliot, it was awful. You just hit me without any. I don't know. Great job, driver. Сконнектился, козел. Ну. Нормально, но лингов. Ну у меня тоже. У меня один. А, тебе, ну, да, ноль, да? Ноль, я, да. Что, видишь, я два раза, два мидшифта было. Угу.
где он тебе? А вот, господи, перед не шиканой, да, это шпилькой задней. Но резина в конце была просто пиздец. Угу. А ты тоже? Просто. Ну нормально, нормально. Бам мне. Ну ладно, все равно тоже неплохо. Да, нормально, нормально. Сейчас я для него домотаю до этого. Итак. Александр Тришин. И Геннадий Степанов. Вообще, на самом деле, классно прошли первый поворот суперски просто. Да, кстати, реально. Он попытался то есть куда-то. Ну, вообще, это прям вообще его хотя бы топ процент. То есть он попытался снаружи внутрь перейти. Он, блядь. Да, Руслан. Как тебе гон? Да, может, единственное, что он не оттормозился. Сильный экспресс. Я не знаю, что у него случилось. Вроде он начал тормозить. Он вроде начал тормозить, но просто, понимаешь, как бы... О, так, ух, там сзади. Нормально. Ну да, 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 он тебя... Прям, блядь, тебя... Да, меня чувак на последней круге взял, подвинул, короче. Это Тимати, номер 13. В смысле, Тимати? Ну, у Тимати же на машинах 13 написано, типа... Да? Я думаю, сразу поехать сейчас отсюда. А сколько времени? Ну, через 3 минуты. Я принесу. Поедем еще одну? Я сейчас не поеду. Ну я тоже, ладно, но а то я, блядь, какой-то многостаночник, блядь. Я поехал. Ну-ка, подожди, я посмотрю, если как я блядь. Ох, ты видел, как я на старте, блядь, этого отжал вообще, красавчик, блядь, да, посмотри. Я видел, а ты ешь прямо на моих глазах, ты передо мной это было. В первом повороте попал, блядь, прям ни грамма траектории ему не оставил внутренней, прям в городском режиме, блядь, да. Это было очень хорошо, да, там классно обгон. Да, я прям здесь. Чё, Руслан? Я думал, что это 10 кругов. Не, 8 получается. Но он быстрый чувак, это вот этого, которого я объехал. Угу. Он что-то. Ну, я получше реагировал. Бриз Мичелон какой-то. Брайс, да. Брайс Мичелон. Не-не, я. Ну я 3 минуты проехал. Они конечно короткие. Сейчас посмотрю, как он. Брайсон. Блять, 4200, блядь. Ну, конечно, он меня проехал. Я остался, блядь. Какие места у вас? У меня 6-е, у Сашки 4-е. У этого Брайса у него лучший круг, лучше, чем у Ютушики, блядь. Слушай, ну я сопротивлялся. Да. Я круга 2 сопротивлялся, но он, конечно, очень хорошо выходит. Ну, вообще хорошо выходит. У него 22,5, а у меня 23,6. Блядь, он... Что мне секунду, блядь, в гонке вез, понимаешь, да? Ну, кстати, вопрос о необгонности трассы, понимаешь, да? То есть он мне вез секунду, и при этом, как бы, ну, я его еще там сколько-то грел. Ну, то есть старт, ладно, он быстро проспал, и у меня была выгодная траектория. Слушай, он меня только на 6-м круге обогнал. А, нет, на 2-м, да? На 2-м, да. Да, на 2-м. А кто вылетел, кстати? А, Фернандо Эм Фернандес. Лидер, блядь, убрался. А кого он убрался? Посмотрел? Не-а.
Еще не посмотрел. Слушай, он мне так может топ уголов, потому что вторым ехал Ятушида, и у Ятушиды нету на этом пуле каркантал. Знаешь, у кого он убрался? У него, смотри, Пита, топ-трек, как там так, на шестом круге. Может, какой-то Майкл Шоу, блин. А ты, ну, у тебя... Посмотри, в кого он убрался. Но не в Ютушиду. Ютушиду просто оф-трек. Так. Пойдем, 5.41 градус. Ну, кстати, нормально, ничего. Не самое страшное. А кто там ругался-то? Но... Фернандо, который первый ехал. Фернандо Фернандес. Ну да. С Ясута Ширава. С Ясута Ширава он гнал. Ну давай посмотрим. Да, да, да. А в кого у него каркантаж? Сейчас посмотрим. Это знаешь, на каком круге было? Сейчас скажу. Я смотрю с машины Ясуты. На пятом или на шестом? На пятом, смотри, с пятого. У меня шестой. Все, а, стоп, 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 тихо, 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 тихо. Так, где? Вот его Ясута обогнал. Чистенько причем. Да. Это нормально, когда парень вот перед вот этим скоростным поворотом, там есть такой вот срез. Я на туле вылетаю. Не, не нормально. На линии он поехал, когда загорелись серый светофор, он поехал. Гузеловский, блять, этот, ну, 1951 рейтинг. Блин, и он меня проехал, вот скотина. Да. Но он некрасивый тебя проехал, на самом деле, там, поэтому. Опа. С кем он? С кем он? Короче. Вылетел тут какой-то непонятно откуда взявшийся персонаж. Он срезал он полтрассы. Эдер Инсера какой-то. Эдер Инсера. Он был 17-й. Да, то есть он... это человек, у которого рейтинг 1700. То есть он вообще последний. И у него лучший круг 1.25.2. Вот. Того, так, там... вот. Так он, короче, взял просто и тупо... Он где-то проехал полтрассы. То есть он срезал. Uh-huh. А, подожди. А, нет, это он, короче, шел последним, вылетел. Да, он вылетел. Uh-huh. И вот я смотрю, значит, он пытается выехать. Uh-huh. Он пытается выехать, короче, из-за своей неопытности он бах и выбивает. Ну, точнее, врезается в этого лидера. Там он уже не был не лидер на тот момент, но да. Ну, фу, не важно, здорово. Это просто адский ад. Ну, это какой-то, блядь, мысли, какие-то, это Васи. Тот рейтинг, да, так, ну, типа демода, очень понятно. Жесть, короче, просто жесть. Ой, я плюс 009 рейтинг, если привод, да. А я это, посмотри. Плюс 007. О, хорошо. Мы охуенно вообще прям съездили в плюс. И, кстати, ты привез дофига себе. Я привез 67, 54, при том, что ты за... Да, да. То есть я привез, я привез больше всех. А, нет, больше всех это Гузиновский привез, 74. Ну, понимаешь, да? Ну, да, да, да. Потому что он 1951 рейтинг. Это... Да, если ты за мной приехал, ты, наверное, привез по очкам, как я, если он даже не больше. Ну, потому что у тебя чуть пониже рейтинг, и на одно место, я думаю, что... Ну, или на копейку меньше, там, на 2-3. Уже Кузиновский 1900 привез на
с рейтингом вот впереди передо мной, чувак, привез на 16 очков. Понимаешь, да, надо в топ-3 приехал. У него 3300, у него на 900 поинтов больше всего лишь. Представляешь, всего на 900 поинтов. Угу. То есть у меня 2400, а у него 3300, и он привез всего плюс 50. Ну, кстати, я смотрю, здесь, блядь, даже 12-м чувак привез себе. А Демот так и ни одну гонку не поехал, да? Он все расстраивается на педали. Вообще прикольные гонки фановые. Во-первых, рейтинг реально легко фармит. Угу. Ну, понятно, что потом сольется как-то. Но здесь сейфики падает, ну, потому что поворотов мало. Но при этом, если хорошо пальнуться, и за счет того, что слиты жирные, по 20 гонщиков, то есть здесь даже там я вот 10-м, я вообще ни разу в минус практически не приехал. То есть даже 10-м с какой-то мини-плюсик приезжает. Здесь надо, я не знаю, что сделать, чтобы, ну, приехать.